Добрый вечер. Новогоднее настроение. Есть, конечно же, оно. Когда с тобой на сцене такие музыканты, как Андрей Иванов, контрабас, Александр Зингер, ударная.
Андрей Иванов, Александр Зингер. Первые две композиции нашего концерта были посвящены московским пробкам. Ну, теперь все вроде в порядке. Был «Take the Train A», Билли Стрейнхорна и Дюка Эллингтона. Ну и так наша небольшая обработочка на «Пер Гюнт Грига». Зал Чайковского, да. Сцена для меня особая. Место моей работы с 95 года. И много чего здесь было. Сегодня мы решили сделать такой необычный вечер, наш любимый вечер, потому что, несмотря на то, что вот в отличие от джазменов, мы все-таки классические музыканты, которым пытаемся сыграть это великое искусство классическими руками. Но джаз, без джаза мы не можем, без импровизации мы не можем. В чем прелесть джаза? Это здесь сегодня для вас специально, потому что повторить это невозможно. То, что внутри, об этом никто не знает. И в этом есть вся интрига. У нас сегодня будет много сюрпризов. Сейчас у нас будет русско-народно-джазовый инструмент домра. Встречайте, где у нас Екатерина Мочалова. Вот. Собственные персоны. Я много раз думал, что можно сыграть в таком составе. Конечно, 24-й каприз Паганини. Thank you.
Екатерина Мочалова. Сейчас у нас будет в команде «Спартак» замена. Вместо Домры выходит мандолина. Да, это удивительный номер на самом деле. Он родился после погружения Андрея Иванова в Байкал на нашем фестивале «Звезды на Байкале». Он сколько раз мы его туда не окунали, и вдруг на последнем фестивале он вдруг запел. Представляете, поющего контрабасиста. Будет? На Байкале все поют, говорит Андрей. Но, если честно, это знаменитая песня Мартынова, тоже знаменитого контрабасиста джазового в советские времена. Вот сейчас в таком необычном сочетании эта песня прозвучит. Вам нужен микрофончик? Пожалуйста. Thank you.
Екатерина Мочалова, Андрей Иванов. Вокал. Как бы это сейчас назвать, я даже не пойму. Наверное, импортозамещение, да, все-таки? Домра опять, все-таки домра. Знаете, я хотел бы пригласить на эту сцену одну молодую девушку, которая была совсем девочкой много лет назад, когда она появилась в нашем любимом конкурсе «Синяя птица». 6 лет назад, по-моему, это было. Речь идет о Софии Тюриной, замечательной саксофонистке, которая вот уже 6 лет вместе с нами на сцене. Соня, Софья Тюрина. Вот из этой девушки вот такая уже, понимаете, барышня выросла. Знаете, конечно, об этом конкурсе мы можем говорить бесконечно, как и о нашем фонде «Новые имена». Дарья Златопольская у нас в зале, по-моему, находится сегодня. Да, Даша. Вот, Дашенька, привет, дорогая. Вот. У нас с тобой общие дети, можно сказать так, да? Новоименцы и синие птенцы уже взрослые дети. Потому что действительно, я всегда говорю на каждом концерте, когда начинают выходить наши искорки, что это, безусловно, конечно, уникальный прорыв на нашем телевидении. Антон Златопольский, тебе тоже за это огромное спасибо. Потому что, наконец-то, как говорят, в самое смотрибельное время, прайм-таймовское воскресенье, звучит классическая музыка, джазовая музыка, цирковое искусство, народная музыка в исполнении потрясающих уникальных детей, которые из года в год появляются из маленьких, как правило, городков, сел, даже деревень. И вот наша команда пополняется из года в год этими питомцами. И самое главное, это смотрят десятки миллионов человек по всему миру. Потому что это настоящее, понимаете? Это сейчас нужно как воздух. Всегда нужно, сейчас, наверное, в несколько раз больше, в любой точке на Земле. Это терапия, это настоящее, это не поддельное, это не цирк, это не шоу, не люблю это слово. Они настоящие. И Сонечка сегодня... Они настоящие. И Сонечка сегодня арбасом и ударным для шмеля. Давайте попробуем. Thank you.
Софья Тюрина, Екатерина Мочалова. Сейчас мы попробуем соединить, так сказать, несоединимое. Знаменитый хор «Улетай на крыльях ветра» Бородина из «Князя Игоря» и «Take Five» Пола Дезмонда и Дэйва Брубека. Thank you.
Софья Тюрина. Знаете, ну вот мы обожаем импровизации, мы обожаем сюрпризы. Только что вот буквально неделя, 10 дней закончилась «Синяя птица». Вот и в финале, и не только в финале, но и в основном туре меня совершенно поразила очаровательная девочка, девушка, 10-летняя трубачка. Да? Да, абсолютно. Вот. Она играла в «Мире животных». Музыка из заставки знаменитой нашей передачи. Николай Николаевич Дроздов вместе с ней был на сцене. В таком возрасте так владеть этим непростым инструментом. Я мгновенно ее пригласил в этот концерт, Валерия Михеева. И мы попробуем вот практически без репетиции сыграть эту мелодию вообще знаменитого Рамиреса, испанского композитора, который Поль Мариа сделал знаменитую аранжировку. Вот, который звучит в этой нашей знаменитой передаче. Встречайте дебют, наверное, да? Конечно, дебют на сцене зала Чайковского. Валерия Михеева, встречайте. Валерия Михеева.
Ну вот, пополнение еще одно. Будем развиваться. Парад «Алле, питомцев синей птицы» продолжается, Даша. Это сейчас бесконечно у нас уже будет. Конечно же, я неоднократно говорил, когда сижу в жюри, что это удивительно. Вот многие говорили, что у нас духовая школа как-то вот сейчас немножко на спаде. И вот это полностью опроверг конкурс «Синяя птица», потому что из года в год у нас появляются потрясающие духовики. Вот Лерочка сейчас выступала. Сейчас будет лауреат прошлогодней «Синей птицы» Андрей Зайцев. Он играет на кларнете. Сначала он сыграет знаменитый джазовый стандарт «Мисти», а потом к нему присоединится Сонечка Тюрина, и они вместе сыграют знаменитую «Леди Бегут». Встречайте, Андрей Зайцев!
Софья Тюрина, Андрей Зайцев. Труба зовет опять нас Александр Рублев, потрясающий трубач, который вклинился в нашу импровизацию на тему знаменитой «Голубой рапсодии», «Rhapsody in Blue» Джорджа Гершвина. Встречайте, Александр Рублев! Thank you.
Александр Рублев. Поклон, поклон, хорошо, надо поучиться у него, поклон красивый. Сейчас мы сыграем мою собственную балладу, которую я сочинил еще в совсем еще юношеском возрасте, города Иркутска. Но не можем ни один концерт, я всегда, это уже хорошая традиция. Thank you.
Андрей Иванов, Александр Зингер. Большое спасибо. Ну, конечно, не надо забывать, что совсем скоро Новый год, и так повелось, что мне нравилась эта всегда мелодия с детства. Очень нравилась. Но я представлял, что эту мелодию слушали многие великие композиторы. И почему бы не попробовать сейчас представить, как бы они интерпретировали эту мелодию.
Да. Да. Что вы подумали эти композиторы? Ну ладно, проехали. Сейчас я бы хотел пригласить на эту сцену моего большого друга. К сожалению, Даша, он не успел поучаствовать в «Синей птице», он немножко вырос. Вот я думаю, что он бы там все равно блистал, если бы он подходил по возрасту. Но это мой большой друг уже много-много лет, еще со времен Центральной музыкальной школы. Это виолончелист, который играет в абсолютно разных жанрах. Встречайте, Борислав Струлев. Сен-Санс, «Умирающий лебедь».
Борислав Струлев с «Умирающим лебедем». Ой, не можем мы не сыграть этот номер почти в финале нашего сегодняшнего вечера, потому что с ним связана очень долгая наша творческая жизнь. Правда, Борислав? Практически, да. Всем вы прекрасно знаете мелодии из кинофильма «Цирк» Исаака Дунаевского, который снял Григорий Александров. Да. Где мы только это произведение не играли. Сделал замечательный композитор Сергей Дрезнин нам эту аранжировку. Во многих частях света. Никогда не забуду тот момент, когда мы играли для американского президента Билла Клинтона и тогда еще Михаила Горбачева. Там в финале этого произведения проходит тема «Широка страна моя родная». Да. И Билл Клинтон встал, положил руку, подумал, что это наш гимн. Значит, что Михаил Сергеевич сказал: «Билл, садись, это не гимн, это наша песня знаменитая, садись, не волнуйся». Успокоил его, все, мы доиграли, был большой успех. Вот всегда какой-то конфуз в этом произведении. То струны рвались, ножки рояля отлетали. Мы отлетали просто. По-разному все это было. Что же будет сегодня, это вообще непонятно. Ну, попробуем сыграть, пожалуйста. Thank you.
Борислав Струлев. Thank you.
Андрей Иванов. Александр Зинге. Софья Тюрина. Екатерина Мочелова. Александр Рублев. Андрей Зайцев. Валерия Михеева. Борислав Струнов. Новым годом! Все будет хорошо! Жизнь продолжается! Ура!